Друзья, у меня есть вот такая бутылочка шампанского. И на Новый год, чтобы идти с подарочком кому-то, я ее сейчас задекорирую. А декорировать я ее буду вот такими вот конфетами. Это нашей фабрики Рахат. Очень вкусные конфеты шоколадные. И так как они яркой формы, сделаю-ка с этой бутылочки я ананас. Вот. Я этикетки даже убирать не буду, потому что все равно мне это все приклеивать к бутылке. И потом бутылка пойдет, как говорится, на выброс. Просто это будет хороший подарок. Единственное, что я сделаю, я обработаю мистером мускулом. Даже если буду клеить, ну, чтобы... Да лучше клей прилипал. Вот. Но для начала надо подготовить нам конфеты. А конфеты готовить как? Конфеты буду вот так вот приклеивать, чтобы они, ну, вот эти вот перья не торчали. Поэтому берем клей, пенечек свой, и будем клеить. Так, для удобства возьму клей в левую руку. Много не мажу, потому что конфеты все-таки шоколадные. И начинаю обклеивать вот такой ананасик. Решила я все-таки вот эти не приклеивать, потому что когда снимать конфеты, то будет неудобно. Надо же ее развернуть. Вот так приклеиваем рядышком. Вот. Первый ряд я обклеила, вот так вот получается. Второй ряд мы начинаем клеить в шахматном порядке. Вот так будет. Так, ну вот так вот получается бутылочка у меня с ананасиком. Делаем дальше. Вот так, друзья, получается мой ананасик. А здесь кое-где видны просветы. Но это мы все заделаем. Я уже придумала как. Ну и сейчас буду делать уже листья ананаса. Теперь нам нужно сделать к нашему ананасику листья. Но вот такой вот листочек, он как велюровый, он у меня один. И тем более сторона у него белая, ну как бы вторая. А листики все-таки отгинаются, поэтому я решила, что я добавлю сюда вот такой, правда, ярко-зеленый, но другого у меня нет. Я их склею и сделаю листики ананаса. Вот я вырезала такой вот листик. Сейчас я его приклею на этот лист. Вот такие приблизительно у нас получились листья. Теперь вырезаем и приклеиваем к нашей бутылочке.
Друзья, вот такой вот симпатичный ананасик у меня получился из конфет на бутылке шампанского. Я думаю, что это будет замечательный подарок. Пойти кому-нибудь в гости, не с пустыми руками. И получается, и выглядит красиво, сделано своими руками. В общем, я подарком довольна. Вот, приклеила листья, ну, из бумаги, что мне было. И вот эти все швы закрыла последним кругом конфет. Ну, на этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.